Итак, ливень продолжается. Прошел где-то час. Дедуля тоже ушел. Что-то сказал на своем. Та-та-та-та-та. И ушел. Вот, оставил нас наедине. Я спрашивал, пока тут все были, чья это земля. Сказали, что владелец земли очень хороший парень. Он сказал, что кто хочет, могут добывать, то есть это не их земля, да? Могут добывать, и опять же, иногда ему дают 10% с продажи, иногда нет. И он говорит, ну ничего страшного, все нормально. Если люди зарабатывают деньги, лучше живут, я счастлив. Вот такой хороший здесь владелец земли. Я, кстати, не успел спросить, где он живет. В этой деревне или где-то в городе в ближайшем. Начался дождь, все сбежали. Поэтому мы тут одни остались. Сейчас обязательно найдем 100-кратный розовый.